22 липня у Дніпрі завершиться фестиваль Street Art Mural Fest Дніпро, який тривав місяць. Як стало відомо 9 каналу, в суботу з цього приводу відбудеться великий арт-пікнік, до якого можна долучитися усім охочим. Не буду гаяти часу, про все розпитаю безпосередньо організатора фестивалю. Це Максим Кучугура, він є радником міського голови міста Дніпро з питань стратегічного розвитку та інвестицій. Я вас вітаю. Я все-таки начну сначала. Идея, откуда появилась идея проведения подобного фестиваля? Ну, если вы знаете, и все телезрители наши тоже наверняка это знают, муралы — это уже стал такой известный мировой тренд городской, и, наверное, начиналось это очень давно. История разная по этому поводу. Говорит о том, что это муралами можно называть и Петриковскую роспись, которую раньше было на хатах. Да, и на заборах сейчас. Да, совершенно верно. И так же самое это те в районах Нью-Йорка, некоторые говорят, что это оттуда пошло. То есть это мировой тренд, который на сегодняшний день распространяется активно по миру. И Днепропетровск, как передовой город, тоже не отстает от тенденций мировых. И была идея такая, которая была поддержана мэром города, провести такой фестиваль. И идея самого фестиваля заключается в том, чтобы оживить городское пространство за счет нанесения на серые фасады домов, такие у нас есть в городе, яркие красочные картины, которые будут украшать те места и те локации, где прошел фестиваль и где планировалось его проведение. Поэтому идея, она не новая, но могу сказать о том, что Днепропетровск, как обычно, лидер в этом вопросе, потому что муралы, наверное, не первые в Украине, в Днепропетровске появились, но вот именно со стороны инициативы и проведения городской власти. Это первый фестиваль, насколько нам известно. И, в общем-то, есть даже предпосылки такого рода, что он будет не последний. В Киеве очень много, во Львове очень много видела. Да? Прекрасные варианты, те, которые видела я, не все. Сколько всего локаций? Было отобрано 10 локаций. Соответственно, исходя из этого количества, были приглашены команды художников. Из разных городов. Из разных городов, да? Совершенно верно. Очень талантливые ребята, у которых это не первые работы. География проживания художников достаточно широкая. Это и Киев, и Львов, и Мариуполь. Очень интересные работы. Все из Украины, работы. Все из Украины, да. И все ребята, которые имеют достаточно большой опыт в этом вопросе. Такая получилась хорошая командная работа. И, в общем-то, по нашему мнению, фестиваль прошел достаточно, скажем так, почти прошел на таком высоком эмоциональном подъеме. Очень активный отзыв от людей. Сегодняшний день уже мы получили, порядка 50 различных предложений о том, чтобы на домах других районов нанести нарисуйте такие нам, картинки. Да, и люди обращаются. Больше того, наш опыт, я так понял, уже активно перенимается в других городах, потому что с нами связываются коллеги из мэрии других городов, чтобы мы поделились опытом, как проходил фестиваль. И, в общем-то, это говорит о том, что это успешная практика, и если ее хотят воплощать и в других городах тоже. Работы художников оплачиваются? Это да, бюджетные у них есть гонорары, деньги, да? Это дорого обходится бюджету? Ну, гонорар — это коммерческий вопрос художников, но в целом сам проект обошелся... Как это коммерческий вопрос? Это же бюджетные деньги. Это бюджетные деньги, но я не хотел бы оглашать гонорары художников, потому что были индивидуальные договоренности с каждым. Ну, тогда назовите сумму, которая из бюджета потрачена. Сумма из бюджета, которая была выделена на проведение этого фестиваля, порядка 940 тысяч гривен. Также больше 200 тысяч гривен было привлечено спонсорских денег, которые от компании, которые поддержали этот фестиваль. Эти средства были потрачены на гонорары, на закупку материалов, а также на спецтехнику, аренду ее для того, чтобы наносить на высоте эти муралы. Ну и на проведение непосредственно фестиваля, о котором вы в скором времени увидите и узнаете. Финала фестиваля. Да, вот сюжеты картин, буду называть их картин, муралов, выбирали сами художники или им что-то предлагали, как-то обсуждали? Художники люди творческие, поэтому навязывать им мнение с нашей стороны мы считали не может совсем быть, там, закажите корректным. Портрет, там, мэра, нет, например, у нас были очень лояльные по этому поводу пожелания. Мы просили, чтобы работы были не политизированы, они были жизнеутверждающими, интересными, красочными. Каждая работа имеет свой смысл, художники закладывают его, каждая работа имеет название. И, в общем-то, по нашему мнению,
основная масса наших жителей нашего города достаточно позитивно и лояльно отнеслась именно к выбору картин, потому что они действительно все имеют такой достаточно нейтральный, жизнеутверждающий характер. Поэтому, а приведите примеры там хотя бы нескольких. Вот «Лелека» есть, да? Есть одна из первых картин. Это туристическая картина, которая на жилмассиве «Победа». Кстати, к слову сказать, локации разбросаны по всему городу. Это не случайно, потому что мы хотели вовлечь максимально в фестиваль спальные районы, до которых часто активность городская может не доходить по таким фестивалям, скажем так, потому что в основном не проводятся в центральной части города, набережные и так далее. Мы хотели максимально вовлечь и спальные районы для того, чтобы там жителей тоже порадовать новациями. И вот на «Победе» на Китайской стене, да? На «Победе» на Китайской стене есть, там изображена редкий вид птицы и, скажем так, такие часы вечности, скажем. Но полноценный смысл этих картин, наверное, правильнее будет комментировать самим художником. Нам они все нравятся, мы считаем, что работа достаточно хорошая и удачная. Есть и исторические темы, и натуралистические. Ну, в общем-то, вот на сегодняшний день заканчивается уже работа по последнему муралу, который находится на Донецком шоссе. Там изображаются воздухоплаватели. Ну, в общем-то, такая тематика. Самое очень, разное. Очень интересно. А, ну, коль мы говорим о фестивале, у него должно быть начало и должен быть конец, завершение. Что будет в конце? Я знаю, что там какая-то идея интересная. Да, идея была. На самом деле тоже интересная. И тоже впервые в городе такое проводится в таком масштабе. Была выбрана локация. Это район Кадетского моста по направлению к жилмассивам Парус, Коммунар. Угу. Есть достаточно большая плоскость, в простонародье забор, который продолжительностью около 450 метров, серый, как обычно, заборы имеют свойство быть не совсем привлекательными. Вот эта локация с большим пассажирским трафиком, и мы решили, что именно в этом месте будет правильно провести такой финал. И заключается он в том, что это не просто нанесение картинки на забор, не просто граффити, это такое объединяющее синергетическое событие для всех горожан, потому что задумано оно как по принципу детской раскраски. Наносятся контуры, и горожане, все, кто пожелает и приедет на этот финал в ближайшую субботу, смогут сами с помощью ассистентов-художников нанести на стены, им будут выдаваться номерочки, исходя из этих номерков у них будет какой-то участок, да, участок, который они будут отрисовывать, и они смогут внести лепту в украсив наш город собственноручно. Ой, супер, это так здорово. Да, идея на самом деле хорошая. Идея. Будет это проведено в рамках так называемого арт-пикника. Будет настоящий пикник с подушками на траве, с диджеями, лаунж-зоны и, в общем-то, достаточно много интересных гостей. А как наносите краски? Чем? Баллончиками или вот какими-то кистями, или да, как это рассказывать? На самом деле способы самые разные, насколько я с этим уже успел познакомиться, но наши художники в основном работали баллонами со специальной краской, которая именно для таких покрытий. Вот так, как молодежь рисует абсолютно граффити, верно. Да, да. И портит иногда заборы, да, да, новые. Вот это именно красивые. Так и происходит. Да. Ну, я понимаю, что вы заняты сейчас фестивалем нынешним, но, наверное, думаете дальше. Очень хорошая идея, и я думаю, что она вполне может иметь продолжение. Я думаю, что в самом Днепре очень много художников, которые тоже взялись бы за подобные проекты, может быть, не такие там масштабные, но мест, которые раскрашивать или украшать, у нас просто масса. Не планируете продолжать? Вот такая идея не возникала у вас? Найти такой клич, сейчас объявить о том, что приходите, предлагайте. Я не знаю, насколько это, опять-таки, возможно по бюджетным деньгам, но вот продолжать интересно было бы. Мы хотим подвести итоги после окончания уже всех работ, провести по этому поводу совещание, определиться на предмет следующей перспективы по следующему году. Также есть интересные идеи, связанные с тем, как раз вот вы затронули тему граффити. Процесс этот, управлять им достаточно сложно, но его можно направить в правильное русло. И есть достаточно интересная практика зарубежных стран, где выделяются в промзонах территории, да, для того, чтобы ребята могли реализовывать свои мысли и посредством краски на стенах, и не портить фасады городов, как это иногда часто происходит.
происходит. Печники всякие, да, там, ну, да, это у всех на устах, да. Поэтому именно в таком виде это может в процессе и продолжаться. А исходя из понимания того, что само мероприятие по сравнению с другими любыми масштабными такими вещами не очень бюджет, ну, не требует больших финансов, то, в общем-то, там вполне есть надежда того, что это может стать достаточно популярным ежегодным явлением. А много желающих помочь коммерчески, вот меценатов, там, спонсоров, возможно, это как-то на спонсорскую линию можно поставить? Принимали участие на сегодняшний день 4 спонсора основных. Мы понимаем о том, что, учитывая, что и департамент стратегического развития и инвестиций, он достаточно молодой, и фестиваль это впервые проводится, возможно, был какой-то элемент, там, знаете, сомнений у некоторых спонсоров. Уверен, что после того, как он закончится, люди будут к этому относиться с большим интересом и доверием, появится и на следующий новое. Год появится их больше. И, возможно, мы не будем нуждаться в бюджетных средствах, а проведем ее под эгидой городского совета, но с использованием за средств наших деньги. Спонсоров. Да, да, совершенно верно. Да. Ну и не могу не спросить, насколько долговечны эти картины? Вот есть какой-то срок у них? Они же тоже краски теряют там свою яркость, могут смываться, линять как-то. Да. Художники по практике говорят о том, что это 7-10 лет. Но все сильно зависит от климатических условий. Даже зависит от розы ветров, на котором находится непосредственно сам дом. Ну, там лет вот 5 такие. Простоят, я думаю, красивые, да. Яркие. Я думаю, да. Да. Ну, замечательно. Давайте еще раз уточним о финальной части, когда и где. Приглашайте и ждем следующих проектов от вас. Да, наш арт-пикник будет проводиться в ближайшую субботу. Начнется это действие в 10 часов утра и закончится в районе 20:00. Будет очень интересная программа. Каждый из жителей, мы всех приглашаем поучаствовать и стать художником, взять в руки баллончик с краской, почувствовать себя настоящим творцом. И уверен, что будет интересно и детям, и взрослым разных возрастов. Поэтому мы бы хотели, чтобы это мероприятие объединило жителей нашего города вот в таком художественном общем порыве. Поэтому будем рады всех видеть. Надеемся, до скорой встречи. Спасибо большое, очень порадовали идеи, и пусть она имеет продолжение. Спасибо за визит. Спасибо. И еще раз дякую нашему гостю Максим Кучугура про фестиваль муралів у Дніпрі. И продолжаю далее.